чё, а чё? Я со своей обязанностью справляюсь вполне себе охуительно. О, полиция рядом, да? Мы что-нибудь поширить на нас, полицию дала. Ну, интересно, чё там? Вот эта хуйня, в этой хуйне, театр и драма. А мы завтра гастро... Мы их завтра не побеспокоим? В этой хуйне я была в 13-м году в Лусон. Так, всё, смотри, а где бы ты сказали, где бы билеты продаваться? Внутри? Ничего? Нет. А где? А какая разница, еще полчаса есть времени. Ну пошлите до ткани тогда. Пошлите до ткани. А может внутрь зайдем? Прикола ради, а? Вон люди зашли сейчас. Значит можно. Го глянем, может спросим, может уже купить можно. Не экой. Вот три входа. Запоминайте, через какие входить будете. Видимо, сейчас только один открыт. Показать все, что скрыто. Ага. Здравствуйте. А, да мы просто приехали вот на завтрашнее мероприятие. И? Да просто вот посмотрели, где это находится, чтобы запомнить, куда идти. Понятно, ну все хорошо. И все, посмотрели. А билеты будут продаваться завтра с утра. Не, а вот читали, что сегодня с 6 до 8 будет какой-то вот партнер, что-то костюмер, кажется, называется. Будет продавать. Вы уверены, что...